Подразделение с блокирующей позиции. Вот нужное здание. Входим через левую дверь. На позиции. Искать Аль-Асада! Здесь объекта нет, сэр! Здесь Аль-Асада нет, сэр! Центр говорит Красный Волк! В здании чисто! Аль-Асада нет! Прием! Вас понял, Центр! Конец связи! Всем быть начеку! Мне только что сообщили, что Аль-Асад ведет передачу с телестанции в полукилометре отсюда! Выдвигаемся пешком! На месте заберем посыл! Вперед! Другой машины! Южнее нас! Вижу врага! Наверху на втором этаже! Пошли!
стреляйте все! Телевизионная станция заблокирована и окружена, сэр. Отлично. Занять позицию на прорыв. Вперед! 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 Вперед!
Al-Assad должен быть на втором этаже. А вот и наши парни! Так точно! Так точно! Не стрелять! Это свои! Никаких признаков Аль-Асада, сэр. Хорошо. Десантники, заходим. Всем быть начеку. Кажется, он здесь. Я его слышу. Выполнять! Чисто! Чисто! В комнате чисто. Его здесь нет. В эфир пущена запись. Она поставлена на повтор. Да. 1-0 в пользу военной разведки. Грикс, выключи ты это дерьмо. Вас понял. У меня все равно есть кое-что получше. Театр говорит «Красный Волк». На телестанции чисто. Аль-Асада нет. Передача шла в записи. Прием. Вас понял, театр. Конец связи. Десантники, слушайте меня. У нас новое задание. Быстро собраться и на выход.